День добрый, други мои. Продолжаем катать Евротрак Симулятор 2. С вами Олег Дорогов. Давай в дорогу. Что у нас сегодня происходит? Происходит у нас сегодня следующее. Будем менять масс 6440 6 на 6. Будем менять его на Петербилл 387. Так, давай. Долго мы тут гулять, доходить, думать не будем. Сделаем все по-быстрому, четенько все. Так, вот у нас тут стоит, балдеет, стоит, нас ждет. Так, меняем конфигурацион. Кабина одна, шасси один вариант, двигатель. Здесь одни варианты, только CAT. Давай, наверное, 18 возьмем, самый мощный такой. Нам же нужно, чтобы он в подъем хорошо пер. Вот его и возьмем. Я удивлюсь, если он в Лондока в подъем, там подъемчик один такой будет, если в обратном направлении ехать, не в котором я в предыдущей серии ехал, когда в Лондока заезжал, с трассы завернул направо, потом вниз на спуск. Вот этот спуск на Скании в 400 лошадей, то есть я в обратном направлении шел, в сторону Иркутска, этот подъем, получается, я преодолеть не смог. Поглядим, поглядим. Коробочку, разумеется. Так, 18-ю. А, 18-я, 18-я рознь. Так, 4.30 дифференциал. А, передаточная. 0.73, 0.73. А, с ретардером она. И шо? 14.40 на 0.73. Ладно, как есть, так есть. Для суровой России... Вот эта шкала преодоления подъема и внедорожные возможности самые важные. Так, по салону. Ну да, видно, что моделька старая. Уголочки вот есть по стеклу, по панели приборов, по рулю. Видно, что мод старый. Ну ладно, есть вот такой вариант еще, но это совсем машинное царство. Не канает никак. Есть различные варианты скинов, можно что-то для себя подобрать. Так, а мы что возьмем? А что мы такое возьмем? А что нам надо? О, тю. Ну давай вот этот пользовательский подберем. Так, что-нибудь такое синее. Так, потемнее. Это что? А, крылья. Так, давай черное. Все, черное хочу. Это у нас что? А, козырек. Тоже черный пускай будет. Дальше здесь вариантов у нас немного. Лайтбар. А что-то он куда-то пропал. Не-не-не-не. Не надо зеркала. Есть хром, есть черный. Давай хром возьмем. Так, это что у нас? Мухоотбойник. Нахрен он нужен? Так, о, поставим лучше вот эту крутейшую фигурку, летящая леди. Так, зеркала. Нет, что-то не хочу. Что-то не хочу. Что у нас тут есть? О, кенгурин. О, ого. А, вот оно что. Можно... подариков сюда поставить, вот этих вариант. Вот этот вариант поставим. Так, можно поставить дугу вниз с фонарями. Вот, можно такой вариант. Ну, и различные фонарики тут сюда поставить. Все это будет гореть, все это будет, конечно же, светиться. Но мне... Так, мне не хочется ставить эту херню сюда, потому как и так у этого трака геометрическая проходимость вообще никакая, да еще мы сейчас здесь тоже давай трубу поставим, но вообще ни о чем будет. Так, не надо, не надо, не надо. Что у нас? Ага. Ага, о! Ну давай, ладно. Чуть-чуть гульнем,
но это на проходимость не влияет, только на цену. Но я так полагаю, капустки у нас хватить должно. Эту хромированную нашлепку с фонарями надо отмечать с двух сторон. Она по-другому. Сделаешь с одной, со второй стороны она не появится. Так, так. Красавчик. Красавчик. Так, сейчас колеса. Колеса, колеса, колеса. Колеса это вообще какой-то страшный вариант тут неподходящий. Так. О! Вот такой подкамазовский вариант. Так. Диски где-то. Я тут видел диски подходящие. А, вот American Dream Chrome. Ну что, мне кажется, тут просветов-то особых нет никаких. Так, тут мы ступицу ставить не будем. Поставим колпак сюда. И поставим сюда хром колпачочки. Ну вот, вроде неплохо вышло. Пойдете? Пойдете. Нормально, Петрович. Отлично, Константин. Фу-фу-фу. Так. Так, так, так. Где-то я видел. Сейчас, 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 сейчас название. Так. А вот, 94-й вариант. Точно. Точно он. Так, и диски там что-то. Так, стандарт хром. Не, а вот. Dark Silver Chrome. Вот этот вариант. Так, ступица, разумеется, Titan. Где он? Ты где? А, вот. Ступица Titan, колпачки, хром. Ну, вот такой вариант. Годится? Годится. Так, где он у меня? 94-й, вот он. Точно так, все. Ой, где-то тут в конце. Ой, где? Так. А, Dark Silver Chrome. Все, ступицу. Ступичку, ступичку. Где наша ступичка? Titan. Вот она. Колпачки Chrome. Ох ты, смотри, какой зачетный трачок-то получается. Сейчас мы, кстати, при свете дня его еще посмотрим. Здесь даже есть карьер. Дизель-генератор небольшой здесь стоит. По-моему, да. По-моему, это генератор. Ладно, ну я могу ошибаться. Могу ошибаться, ладно. По салону что? Тут ни хрена тут ничего не добавляется. Все то же самое, что было с внешки. Ну, ладно, все годится, давай. Ох ты, смотри, шо. О! Ну, я вам доложу. Выглядит неплохо. Неплохо. Но если он этот подъем возьмет с хорошим грузом, сине мою шляпу. Все. Так, трейдин. Трейдин, ясен пень. Так, ну что, отправляемся срочно в Лондока. Ну что, вот мы в Лондока, где мы стояли с нашим траком. Тут мы и оказались. Ну что, неплохо выглядит. Смотри, панели такие. В основном как бы ровные такие, да. Есть небольшие такие мерцания, пикселей, как бы. Некоторая угловатость по окнам идет. Не, в целом, смотри, хоть модель старая, но подогнали, обновили. Панели кузова, боковые панели.
Все гладенько, ступеньки тут. Все, слушай, неплохо, а? Нос. Как у нас с внешки будет звучать все? Хорошо. Ладно, запускается отлично. Звук дефолтный, что ли, какой-то? Габаритки, ближний, дальний. Так, а это у нас надо. Так. Это у нас отдельно включать надо. Так, дальний. Это у нас дальний свет включается. Ну что же. Аварийничка. Сзади, как у нас задний ход. Ага. Все понятно, все видно. Все есть. Так, сигнал. Сигнал только один. Ну, сигнал неплохой. Хотя мог бы быть и получше. Так, дворники. Один режим с внешки. Ну, все, один режим. Так, что у нас по салону? Так, давай посмотрим, как запуск у меня двигателя. Зажигание. Ну, запуск зачетный, слушай, вообще класс. Ближний. Но неплохо. Так, ненавязчиво приборка светится, да? Они там габаритки, вот ближний. Вот дальний. Так, у нас. Так, понятно, по салону никакой анимации нет. Ни хрена. А звук стеклоочистителя вообще не совпадает с тем, что видим на самом деле. Раз, отбой. Отбой. А тут он как бешеные носится. Понятно. Понятно, косячок. Так. Есть компьютер, переключается все на температуру, температуру масла и так далее, топливо что ли. Но есть на такой блядненький. Так, еще один снимочек сделаю. Все. Ну что, сейчас надо тест-драйв пройти. Сделай пока паузу, груз возьмем какой-нибудь такой серьезненький. Вот так волею судьб я оказался недалеко от Лондока. Сейчас мы возьмем вот этот груз. Так, протестирую здесь вот по этому бездорожью выйду к трассе. Если мы здесь пройдем, то значит дальше посмотрим. Ну, до этого места испытания в крутой подъем. Но так долетим чисто по летающей камере. Посмотрим. Но если получится все не так, как я думаю, а именно получится все отлично или почти отлично, то берем этот трак и берем нормальный груз. Ну, в смысле нормальный. Вообще нормальный груз, в смысле на восток. Куда нам и надо. Так. Так, стоп, 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 стоп.
Так, забираем. Забираем. Что, попал, что ли? Почти, да? Но здесь нет продвинутой сцепки в 1.30. Мы цепляемся, как обычно. Так, что я тут, кстати, не сказал. У нас... Так, у нас бревна. Так, ну это нам не надо, это нам не надо. Для нас главное, вот, 25 тонн. 25 тонн. Это такой серьезный, Вася, я тебе говорю, испытание. Так, что у нас тут? Ну, давай. Габариточки. Так, а что у нас с этими разделителями? Обратно делите, ладно. Потом, если возьму этот тракт, то потом и поеду. Тонн, ты смотри, а все-таки немаловажно еще какие покрышки должны быть стоять. Посмотрим, посмотрим. Я, честно говоря, сомневаюсь, что я смогу. Ни хрена себе, твою ж мать. Так, усложним. Ну капец вообще. Так, снимочек. Ты смотри, стартанул. Может быть, то, что еще колеса нормальные, слушай, это немаловажно все-таки. Так, блокировка. Все, блокировка рубанул. Слушай, он дальше идет. Твою дивизию, он пока идет. С блокировками, да, но он, блин, идет. Ну да. По геометрии, смотри, как бьет его. Ну слушай, если он это бездорожье сейчас пройдет, то я вообще снимаю шляпу. Я тогда точняк его беру, если он в тот крутой подъем еще зайдет у меня. Я тогда точно беру этот трак и какой-нибудь груз и на восток. И это заметь, он идет без переднего привода, потому что его тут нет. Все-таки он может на вот на таких перегибах он может сесть на брюхо. Главное не останавливаться. Давай, давай, родной, тащи. Дружище, если ты выйдешь, я снимаю шляпу, честное слово. Блин, следующее. Так, что мы там откнулись? Так, так, так. Так. О. А если нацепишь эти трубы по бокам, да спереди, тогда вообще полная жопа будет. Ну ты смотри, что творится-то, а? Блин, он едет. Он пока едет, он пока не сел на брюхо, он едет. Главное газ держать от души.
Так. Остановились, усложним, трогаемся с места. За твою мать, он опять едет. Да что ж такое-то? Ну вы только посмотрите, что творится, а? Слушайте, друзья. Если он сейчас у меня проедет, я вообще тогда ничего не знаю. Как так-то вообще он не должен ехать тут? Блин, он не должен тут ехать вообще, а? Блин, он едет. Я удивлен. И при том очень сильно удивлен. Если он возьмет тот крутой подъем, про который я сказал. Там действительно крутой подъем. Но все, тогда, скажем так, я приятно буду удивлен. Давай, давай, дружище. Ты смотри, что творит, а? Ну ты ж смотри, а. Да блин, он тащит этот груз вообще, тащит 25 тонн. А мы тут не утонем, а? Так, мы по самой зеркала уже, ты смотри. Чё, вытянет что ли? Да как так-то, блядь? Американец, смотри, тащит. Блять, это экстрим какой-то, ядрит, смотри. Ты смотри, с этой покрышки, если удачно шины подобраны, блин, это много значит, все-таки это много значит. Даже без полного привода, с блокировками на двух задних мостах можно пройти. Капец вообще. В шоке. Конечно, по уши в грязи идет. Блин, но он идет. Твою дивизию, он идет. На Петербилте. По суровой России, да по бездорожью. Капец. Ну, блин. Все-таки мощный двигатель, хорошая, мощная коробка. Это очень много значит. Так. Давай, 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 дружище. Давай, давай, не подводи меня, не подводи. Так, что у нас? Так, мы походу по геометрии засели, да? Он пытается, пытается выскочить. Так. Так, чуть-чуть левее. И по газам. Давай, 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 давай. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Ну, это простительно. Ну, давай, давай. Сейчас правее. Давай сюда.
правее вытащили маленький трак. Что, вышел, что ли? Так, надо маленько вот чуть-чуть не поклеить, чтобы на брюхо. Я там, походу, на брюхо сел. А вот чуть правее, чтобы левые колеса между колеей проходили. Тогда все отлично будет. Снимаю шляпу. Вообще молодца. Ты смотри, что творит Петруха. Ну, Петруха, брат, ты удивил, честное слово. Я в шоке. Все, я на трассу вышел. Все, у меня дифференциал выключаю. Так. Ну что, теперь давай, друг мой, перенесемся на то самое место, про которое я говорил. Сможет ли он взять крутой подъем? Так, где он у нас? Так, сюда, 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 сюда. Ага. Вот тот самый крутой подъем. С грузом 25 тонн. Ну что же. Так, я специально сильно разгоняться не буду, чтобы хода моего не взять на таких мощных покрышках. Если коэффициента сцепления хватит, то я почти уверен. Нет, я даже уверен, тяги должно хватить, лишь бы хватило коэффициента сцепления покрышек плюс дифференциал. Так, не буду специально разгоняться нифига. Так. Если он сейчас выйдет. Он вытаскивает, твою мать. Он тащит. Без блокировок он тащит. Все-таки еще раз убеждаюсь, что правильность подбора покрышек, мощный двигатель, удачная коробка – это то, что надо. Капец. Все. Все, друзья мои. Ну что я скажу? Супер. Однозначно супер. Блин, это вообще. Ну что мне сказать? Испытания успешно пройдены. Снимок. Я беру этот трак, и следующая доставка будет на этом Петрухе. Аплодисменты
бурные и не смолкающие. За сим не прощаюсь. Давайте увидимся. До новых волнующих.